Друзья, в праздник Светлой Православной я вас всех поздравляю. Спас ореховой любви и добра желаю. Праздник сегодня великий у нас. Кличут его ореховый или хлебный спас. С праздником этим вас поздравляю и урожайной жизни желаю. Пускай как орешки растут ваши детки, чтобы не касались печали их ветки. Чтобы в доме твоем было хлеба полно. Чтобы тебя окружала здоровая среда. В доме вашем пусть всегда будет мир, порядок. Оградит семью Господь от судьбы нападок. Горстку орехов скорее освети, чтобы дом свое добро и любовь принести. С праздником, дорогие мои, с великим православным красивым праздником.